Сегодня во сне ко мне пришел отец в виде моего бывшего. Во сне он меня соблазнял. Я подошла к нему и начала рыдать. Он сказал ему: отец. Я понимаю, что я захожу на проработку чакры сексуальности, вторую чакру снизу, чакры сексуальности и общения и парности. И она так близко к телу. Вот почему сексуальная травма такая серьезная, потому что она так глубоко сидит в теле. Она вторая после значения жизни. Она также чакра продолжения жизни. Так что кто сексуально использует детей, практически обрекает на смерть. Ни один человек не может быть нормальным после этого. Потом его забирают, его жизнь, его парность, его размножение, его общение с другим полом, романтика, сексуальность. Все. Так что вот так, папа. Спасибо тебе за это. Совсем не спасибо. И в этом же сне я увидела себя в отражении в зеркале. И не увидела там своего отражения. Так же, как и лицо моего бывшего сменилось на лицо отца. Он лежал под простыней, так как я много раз видела отца лежащего с его разложенным членом голым. Не знаю, что мне хочет сказать моя душа. Пока что буду проплакивать это. Только сейчас увидела косяк журавлей, которые летят с севера, пролетают через Израиль в Африку.
Невероятно красиво. Какие красивые косяки. Три косяка, наверное. Такая группа целая. Пока вынимала айфон, они уже пролетели. Они летят совершенно беззвучно. Невероятно красиво на таком голубом, красивом израильском небе. С ветреной погодой. И летят. Не знаю, погода тоже какая-то такая тревожная. Ветреная, изменяющаяся. Подходит немного. Стоит узнать, что значит, что имеет в виду моя душа, когда она мне показывает, что у меня нет лица. В зеркале меняются лица мои, ни одно из них не ясное, и я пытаюсь